Привет с фронта! Здравствуйте, все родные и знакомые! С фронтовым приветом к вам, мои дорогие родители, ваш сын, ваш знакомый и ваш земляк Байгулов Виктор. Моя жизнь известна всем, кто был на фронте. Тот, кто приехал сюда защищать свою родину, кто во имя ее не жалеет своих сил, своей жизни, тому она не трудна. Мне эта жизнь хороша. Кушать есть что, курить также хватает. Я лично решил бить фашистов из пулемета, считая его как за отца. Мой земляк из Турунтаева Иванов тоже пулеметчик. Если погибну, то пусть мой брат быстрее растет, отлично усваивает ручной пулемет, и пусть идет с ним в рабочую крестьянскую Красную Армию мстить за меня и за все то, что они делали здесь, фашистские выродки. Писать мне больше нечего. Сейчас пойду к пулемету. Нас, фронтовиков, интересует тыл. Так я прошу вас, напишите, как вы живете, чем помогаете фронту и вообще всю свою жизнь. А еще интересует меня моя семья, моя мать, мои сестры, мой милый братишка, будущий за меня мститель Николай Иванович и бабушка. Как вы живете? Как протекает ваша тыловая жизнь? Кто есть в деревне? Вот все, что я хотел вам сообщить. А теперь буду ждать от вас. Возможно, дождаться и не придется. Кто знает. Остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю. Ну, до свидания. Мама, пишите сразу же и вышлите со всех фото. Я буду ждать. Всех крепко целую. Байгулов.